Всем привет, меня зовут Илья. Сегодня мы с вами продолжим рубрику «Бас в стиле». Как показало предыдущее видео, вам понравился этот формат, это интересно. И мне тоже, кстати, показалось довольно интересно, можно разобрать многие стили. В общем, довольно тема такая перспективная, на мой взгляд. И сегодня мы разберем немножко, вернемся, так сказать, в 80-е годы и разберем стиль игры басиста группы The Smiths Энди Рурка. Вот такое сегодня будет видео. Мне очень нравится этот басист, его стиль игры. Там есть на что посмотреть, есть что разобрать. Это интересно. И сейчас такой музыки становится меньше и меньше. С живым басом, именно вот таким вот классическим. И это довольно ценно, на мой взгляд, поразбирать такую манеру игры, как играл Энди Рурк. Что же касается самой группы The Smiths, это довольно интересная группа, признанная критиками, востребованная. И ее называют одной из самых влиятельных инди-рок-групп, которые до сих пор даже пользуются популярностью и набирают довольно много, относительно много прослушиваний на стримингах. У них где-то 12 миллионов 600 прослушиваний в месяц. Для группы, которая давно уже активно не играет, которая была практически, у них период был активности довольно небольшой, это 80-е годы, у них всего 4 студийных альбома, то есть немного материала на самом деле, и пятый альбом был концертный. Группа до сих пор в 2023 году набирает довольно много прослушиваний, она интересна, она повлияла. Итак, перейдем наконец-таки к разбору игры Энди Рурка. Как же он играл, в какие особенности, какие фишки, в чем выделяются и чем его партии. Значит, и первое, о чем мы будем говорить, это о технике и о звуке, даже о звуке. Вот звук — это важно, потому что он создает атмосферу, звучание групп. Первое, что человек слышит, это звук все-таки. Он уже там ноты, не каждый будет там разбирать, какие там аккорды, ноты. Человек слышит звук, воспринимает психологически вот это вот настроение, понимаете? Поэтому звук очень важен. Давайте разберем. Значит, первое, что потребуется для того, чтобы был похожий звук с Энди Рурком, это, конечно, Precision Bass, потому что он играл на Precision Bass. Классика, никуда от этого не деться. И на других инструментах, конечно, будет сложнее добиться такого вот настроения, такой вот саунда. Поэтому Precision — это здесь, конечно, лучший выбор. Далее, медиатор. Я сегодня опять буду с медиатором. Вот. И медиатор Энди Рурк тоже часто использует. Но не всегда. Иногда он играет пальцами. Об этом поговорим чуть позже. Но медиатор очень важен. Значит, медиатор. И далее. Значит, у нас очень важный момент. Это строй. Энди Рурк играет в необычном строе. Нестандартный. Это строй фа диез. Когда мы должны настроить на тон выше. То есть вся бас-гитара настраивается на тон выше. Все вот эти вот четыре крутилки мы крутим, закручиваем, натягиваем струну и получаем строй фа диез. Соответственно, у нас открытая здесь фа диез будет. Я играю в стандартном строе. Мы сегодня будем разбирать стандартом, но Энди Рурк играл именно в фа диезе очень часто. Не всегда, но частенько играл. Значит, мы разберем в стандартном, чтобы было понятно, что больше людей смогли это все сыграть. И я не хочу, честно говоря, лишний раз заморачиваться. Просто вот знаете, что у него был нестандартный строй. Например, фа диез. У нас открытая была фа диез, потом си открытая, третья, потом у нас открытая ми и открытая ля. Необычно. Немножко мы на тон выше все это передвигаем. Спросите вы меня, зачем? Зачем? На самом деле, гитарист группы The Smiths Джонни Марр играл таким строем, и Энди Рурк не хотел играть. Он, на самом деле, жаловался постоянно, он не хотел играть в этом строе, он ругался матом. Почему? Потому что, когда мы тянем струну на тон выше, натяжение струны, соответственно, больше. Играть, соответственно, сложнее, пальцы болят. В общем, сил надо больше расходовать. Есть другие выходы, конечно, например, поставить потоньше струну, но от этого теряется звук. И вот, понимаете, это внутренняя вот эти вот постоянная борьба с собой, со струнами. В общем, вот это все, конечно, на нервах играет, понимаете? То есть не каждый захочет. Можно, конечно, поставить потоньше, можно, вы скажете, но теряется тембр, теряется, уже нет такого большого звука, мощного, Precision начинает по-другому звучать. В общем, если вы играете в стандартном на стандартных струнах среднего калибра, соответственно, у вас будет тяжелее играть. Вот. Но это не его прихоть.
И фаде очень редко встречающийся строй. Опять же, часто вы знаете, что в роке это у нас наоборот дроп строй. То есть, когда мы наоборот как бы опускаем, то есть не вверх натягиваем вот этот колок, а наоборот его опускаем, мы, получается, натяжение ниже. Ну, для чего такое? Да, для того, чтобы, во-первых, петь проще в дропе, во-вторых, можно поставить струны потолще, и натяжение будет нормальное, и звук будет более мощный, объемный. В этом есть смысл. Но фа-ди строй как бы очень редко встречается. Но этот момент сильно повлиял на звук, пресс звучит более ярко, более так, как сказать, более читаемый, ярко, более пробивной звук, такой немножко трескучий, характерный. Его сразу можно узнать по записям группы The Smiths. К примеру, у Энди Рурка есть очень известная басовая партия, на которой очень много разборов на Ютубе. Вот такое вот движение, соответственно, октава. Вот, я играю в стандартном строе, и у меня на втором ладу фа-ди здесь находится, я играю октаву, потом перехожу в си. Но в оригинале играется очень много открытых струн. Энди также любил играть близко к бриджу, медиатором, что тоже добавляло такой резкости звуку, добавляло высоких частот, читаемости. Вот. И также у него я лично слышал хорус, то есть комбинация на концертах, в первую очередь, хоруса и медиатора. Тоже интересный получается звук. Что касается настроек комбика, то здесь, скорее всего, будет все на 12 часов, без всяких увеличений каких-то частот. Все стандартно по частотам. Итак, со звуком мы разобрались, я надеюсь. Двигаемся к следующему пункту. Здесь нам надо будет убрать медиатор в сторону, потому что пока что он нам не пригодится. И дальше я хотел бы поговорить о таком термине, о таком слове, как десятка. В англоязычном YouTube можно часто встретить такого, как, такой интервал, как они называют десятку. Это tenth, вот так они называют. И я никогда даже не задумывался и никогда не называл эти интервалы десятками. О чем идет речь? Давайте разбираться. Значит, на самом деле речь идет о обычных децимах, когда мы берем терцию на октаву выше. Это очень интересный прием, очень интересный интервал, и он реально может обогатить вашу игру, реально может увеличить мелодичность ваших партий очень во много раз и сделать эти партии очень крутыми, интересными, мелодичными. И Энди Рурк использовал вот эти так называемые десятки децима очень часто и придавал тем самым, ну не то что очень часто, конечно, но использовал. Он не один, конечно, такой мастер десяток, мастер децим, например, Фли тоже любил, тоже Калифорникейшн, далеко ходить не надо, там есть децимы, когда играет гитарное соло, Фли играет эти десятки или децимы. Почему называется десятка, вот tenth, как они вот называют? Значит, потому что имеется в виду десятая ступень. Если у нас первая, ну возьмем, например, соль. Вот первая ступень у нас соль, соответственно, потом у нас на октаву восьмая получится, вторая на октаву это девятая, и как раз третья на октаву десятая ступень получается. Поэтому десятки, я как понимаю, как я понял, по моей логике. Но на самом деле это обычные децимы. Я всю жизнь их называл децимами. И в музыкальной школе мы называем их децимами обычно. Но это более классический вариант, если более эстрадный, можно как десятки. Значит, децима. Что такое децима? На самом деле это очень классная тема, даже достойна отдельного видео десятки, потому что это реально крутая тема. Значит, децимы. Когда мы берем терцию на октаву выше, возьмем, например, аккорд, ну, не аккорд, ноту ля. Я могу построить минорную децму. Вот так она звучит. Это мы берем первую ступень, соответственно, вот у нас третья минорная, малая терция. Мы ее переносим на октаву выше, получаем вот такую минорную терцию. Также существует и мажорная терция, или децима, или большая децима. Когда мы переносим, соответственно, октаву выше большую терцию, мажорную, вот она у нас. Ну, например, ля мажор возьмем. Вот у нас первая, третья, и третью на октаву выше. Вот у нас будет мажорная децима. Минорная децима. Мажорная. Минорная. Это можно назвать такими схемами, которые можно использовать по всему грифу. Например, вот у нас минорная децима. Мажорная. И опять минорная. Вот, и опять мажорная децима.
И можно создавать прикольные мелодии, прикольные партии интересные. Но здесь, конечно, преимущественно мы играем пальцами. Вот такая вот тема — это децимы, десятки, которые, опять же повторюсь, способны добавить очень сильно мелодичности вашим партиям, динамику создать. Опять же, вот было про блинк у меня видео, помните, мы говорили про вот этот чёс, про вот это вот дрынчание, которое динамику создает. Здесь Энди Рурк тоже может создавать динамику, у него свои методы, свои приемы, он вот использует вот эти вот децимы, которые классные. А дальше хотелось бы мне поговорить о стилистике игры Энди Рурка. И здесь, на самом деле, все очень интересно и сложно, потому что игра Энди Рурка включает в себя огромное количество разных стилей. Это довольно богатая стилистическая манера игры. Сюда можно вписать и фанк, и кантри, и панк, и поп, и что угодно. Очень много стилей, на самом деле, только так, поверхностно. Но даже и свинг можно сюда добавить. Какие-то присвангованные блюзовые партии, они есть. Когда басист как бы грамотный в этом, понимаете, у него богатый язык вот этот музыкальный разных стилей, он знает много, он слушал разную музыку, это, конечно, влияет, понимаете, это не может не влиять. Это, конечно, потом на записях будет годами, десятилетиями все это будет, все равно останется, понимаете, сразу видно вот этот багаж. И у Энди Рурка очень много стилей, к примеру, фанк, на него повлиял фанк, естественно, басист не может фанк не повлиять, сами понимаете, это Стэнли Кларк и Маркус Миллер, все вот эти ребята. Идем дальше, а дальше мне хотелось поговорить про мелодизм, потому что Энди Рурка обладал очень мощным мелодическим чутьем. У него классные мелодические партии, он заполняет все пространство между барабанами, между гитарой и вокалом, и его партии интересны, они как стихи, понимаете? То есть он рифмует, он создает такие мелодические паттерны небольшие и рифмует их с остальными нотами. Это получается реально превосходно, получается рифма, как поэзия, понимаете? Давайте посмотрим на примере конкретной басовой партии, как это работает. Это рифма, как вот эти вот небольшие мелодические паттерны встраиваются, как они повторяются, как они рифмуются между собой. Ничего хаотичного нет. Все расставлено по своим местам, все создает вот эту вот поэзию, вот эту идею рифа. Давайте посмотрим. Значит, к примеру, есть такой риф в стиле кантри, такой прям, ну, каноничный, можно сказать, вот смитовский, прям вот много таких у него партий. Задается сначала мотивчик такой, который потом будет повторяться в самом рифе, который будет потом рифмоваться. Смотрите. Вот смотрите, здесь есть несколько таких мелодических паттернов, которые постоянно повторяются, создают вот это вот между собой взаимодействие. Первое, вот этот вот у нас, он повторяется здесь и здесь повторяется. То же самое мелодическая, так сказать, фраза, но на разных аккордах. И также повторяется первый мотив, вот этот он здесь. Что в начале было, вспоминаем. Вот. Пожалуйста, вот он повторяется еще и в рифе. Это все интересно, это на самом деле, вот в этом есть искусство, вот это чутье мелодическое. Партия не хаотична, а бы как сыграть гамму там. Это на самом деле искусство, вот это собрать, зарифмовать вот эти мелодические паттерны. И здесь я могу сказать, что на самом деле у Энди Рурка прям такое мышление паттерновое, мелодическое. То есть есть какие-то кусочки, он это добавляет в аккорды, это использует и создает такую вот мелодичность партии.
Пару слов в заключение. Конечно же, Энди Рурк заслуживает внимания как бас-гитарист, как музыкант. Ему однозначно удалось сформировать, получить, придумать свой уникальный звук благодаря вот этой фа-диез-настройке, медиатором рядом с бриджом игры. Вот этот яркий, пронзительный, пресиженский бас на перетянутых струнах. Конечно, пальцы болят, ну ладно, зато звук интересный. Вот это все. Далее, конечно, вот это необычное чувство мелодии, такое хорошее чувство мелодии, когда басовая линия не просто набор хаотичных нот, а именно есть какая-то идея, рифма, как поэзия. Понимаете, не просто мы играем... Ну, вы поняли, не просто там какой-то вот этот хаос, а именно какая-то идея есть, интересные мелодические линии. А на этом сегодня все, дорогие друзья, будем закругляться, не хочу дальше нагружать вас информацией. В общем, по традиции попрошу вас подписаться на канал, потому что это очень важно для дальнейшего выхода контента басового, для развития. Не забывайте ставить колокольчик, проходите на Boosty, подписывайтесь обязательно, там будет нотное приложение к этому видео. Те партии, которые сегодня звучали, и еще больше, на мой взгляд, такие самые яркие, я собрал в одном месте, снимал то, что я сам снимал, потому что очень много ошибок. Также ударные минуса там будут, чтобы потренироваться. По традиции, также на Boosty у меня очень много контента, которого на YouTube нет. Джазовые стандарты, фразы, более такой углубленный уровень там есть. И я стараюсь там тоже работать в том направлении, я думаю, что буду больше работать там, на какой-то такой более углубленный уровень. Вот. Да, также у меня ВК есть группа, проходите, Телеграм, все как обычно, в общем. Спасибо еще раз, что посмотрели, потратили свое драгоценное время на это видео. Надеюсь, что оно было полезно. Искренне от всей души надеюсь. Всем пока!